Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу показать вам, как связать вот такие кроссовочки. Я такую модельку вязала чуть раньше, ну, в последнее время, ну, и сразу, как я их только выставила, там были комментарии, что руки уходят как-то вниз, не видно, и там где-то что-то непонятно. Но кроссовочки неплохие, очень симпатичные, поэтому я решила вам их показать. Вот они, эти кроссовочки. Может быть, вы их узнали. Я там комментарии закрыла и написала ссылочку, где можно зайти и связать вот эти перевязанные. Давайте посмотрим, сколько у меня здесь сантиметров. Ну, 11,5, 12 сантиметров, вернее. И спицы я брала 2,5. Два с половиной спицы. Пряжу я брала вот такую. Это пряжа 100 грамм 200 метров. Это пряжа. Это тоже такая же пряжа. Тоже это полиакрил, это полиакрил. Начинаем вязать с подошвы. Подошва будет нашивная. Потом мы свяжем рулик. Потом мысик, язычок и потом... Здесь будет цельное, мы сошьем здесь, чтобы потом цельное вязать. Итак, приступаем к вязанию. Набираем, берите любой цвет пряжи, какая у вас есть. Ну, как я всегда говорю, очень красиво смотрится, когда пряжа темная, ставить сюда более яркую пряжу. Итак, набираем 34 петли на спице. Потом продолжим вязать дальше. Набрали 34 петли. Обычно мы вяжем первый ряд лицевыми, но этот раз мы будем вязать по-другому. Первую петлю снимаем. Дальше вяжем одну лицевую, накид и 14 лицевых. Снова делаем накид, 2, накид 14, накид 1. Кромочную всегда вяжем изнаночной петлей. Кто подошву уже знает, как вязать, можете перелистнуть это и вязать дальше самостоятельно. Но я показываю тем, кто новичок, кто не знает. Следующий ряд мы вяжем лицевыми, но накиды вяжем за заднюю стеночку, чтобы петля у нас перекрутилась. Если мы свяжем за переднюю стеночку, у нас просто вот будет дырка, видите, вот такая вот. Но нам она не нужна, поэтому мы петлю перекрутим, чтобы у нас не было дырочки. Дальше вторая прибавочка. Мы будем делать 5. Снимаем кромочную, дальше вяжем 2 лицевые, накид 14. Накид 4, накид 14,
накид 2. И следующий ряд все петли лицевые. Третья прибавочка. Снимаем кромочную. Дальше вяжем 3. Накид 14. Накид 6, накид 14, накид 3, следующий ряд все петли лицевые, и потом еще 2 прибавочки сделаем на подошве. Дальше 4-я прибавочка. Также снимаем кромочную, но теперь мы уже провязываем 4. Потом 5-ю прибавочку будем делать. После кромочной провяжем 5. После этого делаем накид. Также провязываем 14. И после 4-й прибавки, и после 5-й прибавки провязываем одинаково 14 петель. Потом, после того как провяжем 14, делаем накид, и после 5-й прибавочки также делаем накид, только после 4-й прибавочки мы сейчас вяжем 8 петель, а после 5-й будем вязать 10 петель. Провязали 8, а 5-ю прибавочку будем делать после накида, провяжем 10, затем делаем накид, одинаково вяжем 14 петель. После того как мы провязали 14 петель, мы делаем накид, вяжем 4, а после 5-й прибавки провяжем 5 и кромочная. И следующий ряд вяжем все петли лицевые. 5-ю прибавочку сделаете сами. Я рассказала, сколько петель нужно будет провязать. Кромочная 5, накид 14, накид 10, накид 14, накид 5 и кромочная. Это будет 5-я прибавочка. И потом, после того как мы сделаем 5-ю прибавочку, провяжем весь ряд лицевыми петлями. Не забываем, накиды вяжем за заднюю стеночку. Провязали мы подошву, девочки. У нас сейчас 1, 2, 3, 4, 5 дорожек. И еще мы 2 ряда провяжем в одну и в другую сторону. У нас сейчас 54 петли. Провяжем 2 ряда, вернемся сюда к хвостику, просто лицевыми петлями в одну и в другую сторону. И посчитаем, чтобы у нас было 54 петли. Итак, вот такая у нас подошва получилась красивая. Так, 2 хвостика у нас справа. Это у нас лицевая сторона. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь берем другую ниточку, если вы вязали темная ниточка, то возьмите более такую яркую ниточку, будет очень красиво смотреться. И вяжем 6 рядов лицевыми по лицевой стороне и изнаночными по изнаночной стороне. Будем вязать вот этот вот рулик. Вяжем лицевыми, изнаночными, лицевыми, изнаночными, лицевыми, изнаночными. 6 рядов. Провязали мы 6 рядов. Это изнаночная сторона. И теперь нам нужно вот такой вот рулик связать. Для этого мы берем, переворачиваем на изнаночную сторону и левой спицей подхватываем. Вот смотрим.
вот эту крайнюю коричневую ниточку, которая лежит прямо вот кромочная. Вот это вот. Мы ее подхватили и провязали вместе с кромочной петлей желтенькой, которая у нас на спице. Это только мы первую так вяжем. Потом будем вязать по-другому. Вот две вместе провязали. Так, подтянули хорошо. Так, она вот подтянулась, видите? Теперь дальше. Желтую вяжем желтой и подхватываем вот рядышком самая первая, вот желтенькая петелечка. И провязываем две вместе. Если у кого-то лежит петля вот так вот, то вам нужно ее перевернуть вот так. Дальше берем с изнаночной стороны следующую петельку желтенькую и провязываем две вместе с петлей, которая на спице. Следующую подхватываем желтенькую и провязываем две вместе. Желтенькую подхватили, рабочую нить назад и провязали. Подхватили и две вместе провязали. Следите, чтобы вы брали каждую петелечку, не пропуская ни одной. И вот у нас получается вот такой вот ровненький рулик. Вот так. И вяжем до последней петли. Самую последнюю возьмем тоже вот, ну, посмотрим. Или вот эту серединки, желтенькую, вот. Если у кого не хватит, значит кромочную берем прямо с краешку. И вот мне осталось две петли, девочки. Вот я вас сейчас провяжу предпоследнюю. И вот последнюю я вот выковыряла вот самую-самую вот последнюю. Вот она. И также провяжу две вместе. Так. По изнаночной стороне мы все петли вяжем лицевыми. Давайте я вам сейчас расскажу, как я вязала подъем. Сейчас мы вяжем все петли лицевые, потом поднимаем первый цвет, вяжем 4 ряда лицевыми первым цветом, и потом еще 2 ряда лицевыми вяжем желтеньким. Потом будем вязать мысик. Так, девочки, вот что у вас должно получиться. Дальше продолжаем вязать мы желтой ниточкой. Провязываем вместе с кромочной 25 петель. Так, 1, 2. Двадцать пять. Так, теперь мы отрезаем эту коричневую ниточку, немножко оставляем, подставляем ее лицевыми коричневой ниточкой. 2, 3, 4. Дальше две вместе желтенькую вяжем одной лицевой. Разворачиваем, переснимаем, которую мы вязали, две вместе. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4. И две вместе вяжем одной изнаночной, две желтенькие. Разворачиваем, переснимаем и вяжем 1, 2, 3, 4, 5,
эти две вместе одной лицевой. Развернули, пересняли. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 вместе одной изнаночной. Дальше переснимаем провязанную и вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 2 вместе. Разворачиваем, переснимаем, которую мы вязали 2 вместе, и вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 2 вместе. Вот так у нас получается мысик. Дальше поднимаем желтую ниточку и вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 2 вместе одну изнаночной. Разворачиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 2 вместе одну лицевой. Дальше переснимаем петлю, которую мы 2 вместе провязали. Желтой вяжем 1 лицевая, потом поднимаем коричневую, вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Протаскиваем сюда желтую, провязываем 1 и 2 вместе одной изнаночной. Разворачиваем. Провязываем 1 Потом коричневую вот так перекрестим. Вяжем коричневой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше протаскиваем желтую, провязываем 1 желтой и 2 вместе в конце. Вот у нас получился вот такой вот мысик. Всего у нас на мысике 2 петли, которые провязывали 2 вместе, потом 2 желтые, 2, 4, 6, 8 коричневых. И дальше вяжем желтой ниточкой, переснимаем и вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 2 вместе одной изнаночной. Итак, мы, девочки, теперь убавляем мысик, снимаем кромочную, вяжем 10 петель.
затем 2 вместе по изнаночной стороне, 2 вместе лицевые, лицевой, а по лицевой стороне здесь 2 вместе изнаночной. И так мы вяжем, пока на спице у нас будет 36 петель. Вяжем только средние 10. Провязали 10 по лицевой стороне, 2 вместе изнаночной. Развернули, провязали 10 по изнаночной стороне, 2 вместе лицевой. Средние должны быть 10 петель. И считаем, что было 36 петель. Так, дальше вяжем язычок, снимаем кромочную и вяжем 10 петель, вместе с кромочными будет 12 петель. Вяжем просто лицевыми в одну и другую сторону. Язычок я буду вязать, кромочную буду провязывать лицевой, а в начале ряда буду переснимать, чтобы ниточка шла за петлей. Итак, мы кромочную снимаем, потом вяжем 10 и потом 1 кромочная. Вместе с кромочными 12 петель. Разворачиваем и вяжем, вот если считать с этой стороны, у нас будет 11 дорожек. Вот если после коричневого 1, 2, 3, 4, 5, еще 6 рядов вяжем просто лицевыми. Провязали мысик, у меня здесь 11 дорожек. Теперь следующие 4 ряда мы снимаем кромочную, дальше провязываем 2 вместе, дальше лицевыми, снова 2 вместе и кромочная. По изнаночной стороне провязываем все лицевые. И еще раз убавим. Снимаем кромочную, дальше 2 лицевые. Дальше лицевыми. Не довязывая 3, 2 вместе. И кромочная, и по изнанке лицевыми, вместе с кромочной 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь по лицу закрываем эти петли. Отрезаем ниточку и закрепляем ее. Вот такой у нас получился мысик. Потом я вот, видите, желтый мысик обвязала коричневой ниточкой, а коричневый задничек обвязала желтой ниточкой. Ну, вы смотрите по своему усмотрению, как вам больше понравится. Теперь, девочки, выворачиваем на изнаночную сторону. И нам нужно сшить заднюю часть и подошву. Я вот этой ниточкой, которая отрезала коричневой, прошью задник, а потом этой ниточкой прошью, сошью, вернее, подошву. Аккуратненько мы соединяем две стороны, чтобы у нас потом задничек был цельный. Ничего страшного, если мы
сошьем коричневый. Тут желтенький ряд. Видите, его даже незаметно здесь у меня. Так сшиваем и до конца вот полностью подошву. Так, шили, девочки, вот смотрим. Сейчас я померяю на колодочку. Вот у нас такой вот получается кроссовочек. Подушевка очень красивая. Теперь мы, вот начиная с левой стороны, вот отсюда, мы будем набирать петли вот коричневой ниточкой. Но нам нужно, чтобы немножко вот эта часть заходила на язычок. Поэтому мы здесь вот доберем 2 петли, начиная вот с этой стороны. Я возьму одну петлю и рядышком вторую петлю. Потом дальше я буду вязать заднюю часть. Четыре петли я провязала, и еще 2 петли также захвачу вот с этой стороны, вот отсюда. Одну и вот рядышком вторую. Так. И дальше мы вяжем все петли лицевыми. Последнюю также вяжу лицевой. Итак, мы провязали одну дорожку. Всего нам нужно провязать 8 дорожек вот таких вот изнаночных. Первую петлю я снимаю, последнюю провязываю лицевой. Так, у нас тут 3, 4, 5. Десять, 20, 28 петель. Вяжем 8 дорожек, и потом 2 раза мы также убавим, провязывая по 2 вместе, как мы убавляли здесь вот язычок. Так, девочки, вот я посчитаю, сколько у меня тут дорожек коричневых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мы тут убавили 2 раза по 2 петли, получилась вот такая вот, немножечко как, чтобы углы не заворачивались. Теперь мы обвяжем язычок и задничек. Язычок я буду обвязывать
коричневой ниточкой. Возьму вот с самого краешку. Обвязывайте так, как вы умеете. Я буду просто столбиками без накида. Вот так вот. Здесь на углу я провяжу 2 столбика в одну петлю. Дальше в косичку возьму. Сюда вот тоже в уголок 2 столбика. Хвостик немножко вяжу, и этот потом отрежу. Одну воздушную и назад провяжу также. Так вот, смотрим, обвязан язычок. А теперь я беру вот эту ниточку. Надо мне тут, сейчас я заделаю ее. Все ниточки, которые у вас остались, девочки, аккуратненько по изнаночной стороне заделываем их. И теперь вот беру желтую ниточку, это не нужна уже. Вот прямо отсюда начинаю также обвязывать. Здесь по углам 2 возьму в одну петлю и назад также провяжем так же, как мы обвязывали язычок. Так, смотрим, вот я обвязала, девочки, вот у меня мысик такой вот, язычок, и вот задняя часть. Померяем на ножку, вот видите, она прикрывает хорошо, вот
ниточки с этой стороны также. Теперь нам нужно связать крючком. Я вязала шнурочек, я набирала 110 петель. Я взяла вот такой потолще крючок и коричневую ниточку. Набираем 110 воздушных петель. Свободненько так. Если хотите, чтобы был немножко подлиннее, то наберите 120. Итак, набираем 110 воздушных петель. Итак, я набрала 110 петель. В принципе, можете уже так и оставить. Но я провязала шнурочек вот такой вот, видите? Немножко потолще. Вот для этих ботиночек подойдет лучше, наверное, чем такой тоненький шнурочек. И теперь каждую петлю я вытяну и протяну без накида. Просто типа полустолбика. Вытянула и протянула. Вытянула и протянула. Без накида. И так вот в каждую петлю провязываем вот такой вот полустолбик. Получается вот такой наш шнурочек. Так вот связала я такой вот шнурочек и сюда вот продену пинеточек. Так, на эту сторону. Я дырочки специально не делала, потому что я не люблю, когда потом они становятся все больше и больше, и получается прям дырки. А так они примут форму. И вы в любое место можете их передвинуть. Ну, я еще здесь повыше, вот здесь вот еще раз затянула. Чуть-чуть повыше, видите, вот. Вот такие, девочки, у нас кроссовочки сегодня с вами получились. Вот так вот. Кому понравились, девочки, такие кроссовочки, вяжите, пишите комментарии. Я буду очень благодарна вам. Вот такая красота сегодня у нас связалась. Я вам желаю всего доброго, всего хорошего, мира на земле, счастья, здоровья, благополучия. Всех благ. На сегодня я буду заканчивать свой видеоурок. До свидания, до новых встреч. Всем пока-пока. Ниточку коричневую вот сюда вот, и дальше вяжем 4 петли.